Друзья, добрый день. Мы находимся в Греции на острове Тассос. Меня зовут Усунок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас для вас мы инспектируем отель Blue Dreams. Отель находится уже на более южной части Греции, Тассоса. Сейчас посмотрим, что есть внутри. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ресепшн отеля. Ресепшн небольшой. Все чисто, аккуратно. С той стороны, вот видите, где небольшой мол есть, да, видите? Вот там водятся ежики. Ну, мне кажется, смотрите, километр пляж. Лежаки здесь бесплатные. А вот где вот будки? 2 200. Данный отель сейчас стоит 2 200 на 11 ночей. На двух человек, работает на двухразовом питании. Хороший пляж, километр. На ресепшене много таких диванчиков прикольных, на которых можно поваляться, отдохнуть. Я уже попробовал. Прикольно, мне нравится такой отель с душой. Всякие элементы. Интересно, смотрите, такой вот конь. Говорят, что здесь сами гости оставляют какие-то сувениры. И вот из этого и формируется вот это вот то, что мы видим здесь. Стильный отель. Номер 406. Ванная комната, есть фен, сейф. $2 в сутки стоит, полотенца пляжные бесплатно, но за каждую замену $2 нужно доплачивать. Wi-Fi бесплатно, есть халаты, тапочки. Спасибо. Здесь максимум 3 человека. Покрытие здесь плитка, хорошая большая кровать. Плазменный телевизор, кондиционер индивидуальный, ну опять-таки он такой стильный отель, лампы висят, у них все номера выходят с видом на море, вот он балкон, один бассейн, детская площадка. Это номера с бассейном, судя по всему. Ресторан на пляже. Пляж. Хороший отель. Судя по всему, это главный ресторан. Красивый. Все чисто, аккуратно. Спа платно. 10 евро. Вот посещение этого бассейна уже стоит денег. Тренажерный зал бесплатно. Здесь несколько велодорожек. Тренажеры, беговая дорожка. Ну, здесь без комментариев, видите. Номер 712, свит. Покрытие здесь плитка. Ванна, душ. Раковина. Санузел совместный. Такая кровать. Тут же джакузи сразу. Дверь. Это не сьют. Еще одна. Она говорит, что это сьют. Но просто балкон, да? Балкон с шезлонгами на первом этаже сразу с выходом на территорию отеля. Кондиционер индивидуальный. Бассейн. Детская площадка там дальше. Thank you.
Можно поиграть в шахматы. Игровые автоматы, бильярд и бар сразу. Лунки для мини-гольфа. Еще одна детская площадка. И, соответственно, пляж. Песок, шезлонгов много. Вот здесь вот справа на скалах там есть ежи. Немного, туда лучше не заплывать. А здесь песок. Ресторан на пляже, можно покушать и посмотреть на море сразу. Вот он весь отель. Друзья, если вам был полезен данный материал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений.